Ну что, друзья мои, всем привет еще раз. Сегодня пришла посылочка, как вы видите, это у нас вот такая вот коробка. Не понимаю я, почему тут такое долгое время шла посылочка с магазина Гербес. Дело в том, что на магазине... В магазине непосредственно Гербест была какая-то акция, я даже не знаю, вот, то ли распродажа, то ли что, и продавали, значит, Xiaomi-шные вторые весы, вот, кто разбирается, кто знает, вот, поймут. И они продавали по смешной цене, то есть я умудрился взять за 2000 рублей, 2100 рублей. Вот такая вот бумажка. Серийный номер. Что здесь, кому и так далее. Идем дальше. Я надеюсь, что это именно то, что я заказывал. И никакие там не другие весы. Ну вот здесь я уже сразу вижу Mi. Это уже хорошо. Ну, вроде бы те. Вроде бы те. Итак, вот такие вот у нас весы второй версии, которые идут за 2000. Так, шли они довольно долго, где-то месяц. И все именно потому, что проблема была... Так, вроде даже никто не вскрывал, вы знаете. Вот здесь вот... Вот здесь вот в этом месте у нас пленочка, и никто ее не вскрывал. И это хорошо, это радует. Сейчас я ее скрываю. Я просто переживал, что могут быть какие-то проблемы во время перевозки, доставки. Потому что я забирал из нашей обычной почты. Первым делом нас встречает вот такой вот конвертик или коробочка, в которой просто находится Xiaomi-шная вот такая вот штучка бумажная. Дальше. Дальше. Кроме этого, по идее, у нас больше ничего не должно быть. Итак, мы вытаскиваем и смотрим, что же у нас тут еще есть. Так, коробочка полностью пустая. Весы должны быть у нас вот таким образом. И вот так они у нас и трансформировались. Смотрим дальше. Убираем одну и вторую картонку. Я полагаю, что в данный момент эти часы не... эти весы. Да, эти весы, они без батареек. Скорее всего, они без батареек. Вот здесь вот включаем, смотрим батарейки. Да, их, конечно же, к сожалению, нет. 4 батарейки, по-моему, 3А. Вот так вот это выглядит. Все очень красиво. С магазина Гербес то же самое, что и с магазина AliExpress. У нас AliExpress на тот момент я взял по 2900, а эти весы у меня получились 2100 рублей. Ну что, друзья, всем спасибо. Пока.